Будущее за наукой, наука в руках молодых. Благодаря внедрению инновационной образовательной программы опорный вуз региона кардинально изменил подход к обучению студентов. Федеральная поддержка солидная – 100 миллионов рублей по итогам конкурса. Программа развития университета рассчитана до 2030 года. В этом гранте участвовали практически все федеральные университеты. И не только Минобровской направленности, там и Минкульт, и Минздрав. И победителями было признано 106 университетов. Мы объединили 8 научно-образовательных кластеров, то есть такая унификация. И это позволяет нам управлять траекторией обучения студентов. С первого курса талантливая молодежь под пристальным вниманием. Студенты имеют все шансы приложить свои способности к делу, что по душе, взамен получив возможность подняться на новые ступени мастерства. Приоритет 2030 позволяет углубленно заняться любимым делом и пройти путь от высококлассного исполнителя до разработчика высшего пилотажа. Я занимаюсь программированием микроконтроллера. Я программирую микроконтроллеры какие-либо на какие-либо задачи. Есть микроконтроллер, который автоматически поливает грядки. Он определяет влажность почвы и дозирует воду для полива. Также есть микроконтроллеры, которые позволяют создать какие-либо устройства умные. Например, человек захотел создать сейф. Он сделал сейф, добавил кнопочки, добавил микроконтроллер, который определяет нажатие кнопочек. Начинается с малого в буквальном смысле. Эти машины – умные технологии дня сегодняшнего, которым в лаборатории дают точные установки. Это шасси высокой маневренности. Вот, для нее мы пишем программный код. Ну, саму плату собираем. Вот одна из первых моделей была, то, что идет контроллер, питание для контроллера и как макетную плату собрали. А это роботы, которым нипочем не человеческие условия. Там, где царствует опасное излучение, эти машины чувствуют себя почти как рыба в воде. Эти роботы обладают максимальной радиационной стойкостью, выдерживают такие дозы, которые разрушают обычных классических роботов. Этому способствуют некоторые инженерно-технические решения, которые разработаны именно в нашем конструкторском бюро. И такие роботы уже трудятся на благо отечественной промышленности в нашей стране. В этой лаборатории мы представляем сейчас еще один усовершенствованный образец, где мы применили еще несколько усовершенствований, которые сейчас в настоящее время испытываем. Для воплощенной научной мысли в современном мире остается все меньше непроходимых участков. Все больше предприятий используют высокие технологии в работе. Таких примеров достаточно и в нашем регионе. В лаборатории микроволновой фотоники трудятся над созданием и совершенствованием волоконной оптики, разрабатывают микрорезонаторы и различные лазерные системы. Здесь точно знают, как приручить параметры импульсов. Моя задача как исследователя заниматься разработкой лазеров с высокой частотой исследования импульсов и с низким уровнем шума. Данные устройства сейчас активно используются в различных областях. Это и телекоммуникации, и медицина, и на производстве в качестве датчиков они применяются. В основном это обусловлено их уникальными свойствами, прежде всего тем, что с помощью оптического волокна можно передавать сигналы с достаточно большим объемом информации на длинные дистанции. Помимо сонма научных публикаций, есть и практические результаты, готовые к дальнейшему совершенствованию. Страна прямо заинтересована в развитии подобных систем. Разработки применяются, к примеру, в телекоммуникации. И если одни технологии призваны облегчить жизнь человека, другие нацелены на то, чтобы спасать человеческие жизни. В медицине потребность в инновационных разработках существовала и будет существовать всегда. И дабы ускорить поиск нужных ответов, создаются сверхсовременные исследовательские лаборатории. Меня пригласили в прошлом году поучаствовать в проекте на базе ЦКМСЧ и лаборатории персонализированной медицины в исследовании по постковидному синдрому. И мы исследовали кровь пациентов с ковидом, которые перенесли ковид в течение года. И мы оценивали тромбоцитовоспалительные маркеры. На базе университета в разгар пандемии молодые ученые планомерно превращали терра инкогнита COVID-19 в исследованный вирус, с которым человечество способно бороться. А буквально за стеной в оснащенной лаборатории исследуются новые препараты радионуклеотидной терапии. На базе данной лаборатории персонализированная медицина я изучаю иммунологические методики, которые в дальнейшем помогут изучить иммунотоксичность радиофармпрепаратов на лабораторных животных. Исследование
продолжаются. Трансферная учебно-научная лаборатория – это плод совместной деятельности медфакультета и научно-исследовательского института. Задача – создать молодежные междисциплинарные команды, в которые войдут медики, биологи и физики, студенты, которые видят себя в большой науке. Цель – результат, который заинтересует высокоуровневого заказчика. Соответственно, для такого рода старта нам нужно серьезное оборудование, благодаря чему вот как бы ректором было принято решение о покупке дорогого, серьезного аналитического оборудования, в частности, как проточные цитометры, станции выделения нуклеиновых кислот, то есть то, что даже не в каждой больнице, в крупных центрах находится, или, например, 3D-биопринтер, который у нас в УГУ с этого года появился. И это тоже приоритет 2030. Изделия, получаемые с помощью 3D-принтинга, крайне необходимы для учебного процесса. Лаборатория оснащена мощным современным оборудованием, которое выдает полностью готовые практические пособия. На данный момент мы тесно сотрудничаем с кафедрами анатомии и неврологии и нейрохирургии. И уже, вот, грубо говоря, с начала вот этого года начали как раз-таки выполнять их некоторые заказы, потребности для их проведения пар. Также в последующем мы начинаем разрабатывать такие моменты в виде как создание того, что есть только в учебниках. То есть, грубо говоря, в неврологии и нейрохирургии есть такие моменты, которые ты можешь увидеть либо только на операции, либо же, получается, в клинике, когда к тебе приходит такой пациент, либо же, получается, в таких моделях, которые можем создать мы. Лаборатория оснащена, собственно, 3D-принтером, необходимыми сканерами, а также ультрафиолетовой засветкой. После того, как модель печатается, так как она имеет замкнутые контуры, но внутри она может быть пустой, смола внутри нее может оставаться. И в результате этого мы имеем такой момент, как выпотевание данной смолы изнутри. Данная вещь как раз-таки является принципом духовки, которая внутри эту смолу подзапекает. На базе института действует несколько медицинских лабораторий. Взаимодействие налажено и отлажено. Это залог успеха в проводимых исследованиях, что важно на стезе борьбы с опасными заболеваниями. Мы занимаемся разработкой аппетитных лекарственных препаратов и вакцин на основе природных компонентов, которые уже были отработаны, отобраны эволюцией в течение миллионов лет и которые имеют конкретные мишени в организмах. В основном эти мишени, например, ионные каналы, которые участвуют просто в огромном количестве жизненно важных функций, но в тот же момент они участвуют в различных патологиях, например, инфаркт, инсульт, онкозаболевания. Обратить процессы жизнедеятельности клеток в нужное русло возможно, если под рукой необходимый инструментарий. Исследования и публикации результатов помогают двигать науку к победе над тяжелыми недугами дня сегодняшнего. Пока что работа идет инвитро, но не без прорывов. Разработка радиофармпрепаратов, то есть мы используем эти же природные компоненты, встраиваем в их уже известные молекулы, стабилизируем их и таким образом достигаем наибольшего выхода, наибольшего результата по достижению терапевтического эффекта. То есть это уже как бы у нас немножко дальше пошло. Наука выходит из университетских стен. Выпускники – перспективные, высококвалифицированные сотрудники ульяновских и российских компаний. А работа, которую они ведут в институте, предприятиям интересна и полезна. Одними из материалов, которые мы исследуем, это блоки цилиндров Volkswagen предприятия NIMAC, высоковольтные контакты завода «Контактор» и нефтяных предприятий Ульяновской области. Предприятие присылает образец на исследование свойств материала. Лаборатория анализирует и выдает заключение. В помощь, разумеется, точнейшее современное оборудование. Это рентген-флуоресцентное оборудование, которое рентгеновским пучком как раз и анализирует, какие есть элементы в данном материале. То есть это полностью профессиональное оборудование? Полностью профессиональное оборудование, на предприятиях такого нету. Благодаря поддержке исследований молодых ученых делаются большие шаги к главной цели. Страна должна войти в пятерку лидеров по разработкам в приоритетных областях. Студенты, занятые в проекте, помимо широчайших возможностей развития личного потенциала, получают весьма полезный бонус – соответствующие стипендиальные надбавки. Разумеется, участие в программе не освобождает от основного учебного процесса и не является альтернативой классическому образованию, но помогает открыть двери в крупные отечественные научные центры. Молодые ученые – настоящее и будущее российской науки. Наука в приоритете.